Вакцинацию мы планируем начать с конца августа и в основном в сентябре. И вакцинировать будем и в организованных коллективах, в школах, в детских садах, и в поликлинике. То есть желающие все могут приходить в поликлинике. Прививочный кабинет будет работать ежедневно с 9 до 5. Перед вакцинацией обязательно осмотр педиатра, измерение температуры. То есть педиатр проводит осмотр, естественно, что все это посмотрит. И сама прививка.